Всем привет! В этом видео я буду декорировать круглую заготовку пиньяты. Итак, заготовка у меня уже есть. Что еще понадобится? Наклейки для декора, небольшие квадратные кусочки картона, крепкая веревка, гофрированная бумага. Бумагу я беру плотностью 20 грамм и растяжимостью 100%. Дальше ножницы, клей-карандаш, клеевой пистолет и канцелярский нож. В первую очередь достаем из заготовки шарик. Для этого я отрезаю кончик шарика, потом делаю окошко в пиньяте. Через это окошко в пиньяту можно добавить наполнение. Это конфеты, шарики, конфетти, маленькие игрушки. Обычно окошко я располагаю в другом месте на пиньяте, но в данном случае заказчица попросила сделать его побольше и расположить вверху. Окошко готово. Теперь нужно дополнительно укрепить места, где будет крепиться веревка. Для этого понадобятся квадратики из картона и клеевой пистолет. Пока пистолет нагревается, я делаю отверстие для веревки и нарезаю гофрированную бумагу. Ширина полосочек бумаги приблизительно 5 сантиметров. Теперь полосочки нужно нарезать бахромой. Пистолет уже нагрелся и можно укрепить слабые места на пиньяте. Кусочки картона приклеиваю изнутри пиньяты. Ножницами делаю отверстия в картоне и отверстия в крышке пиньяты. Сюда я вставлю ленточку, чтобы ее можно было закрыть. Ну а теперь приступаю непосредственно к обклеиванию пиньяты бумагой. Сейчас важный момент. Нужно определить центральную точку дна пиньяты. Посмотрите, покрутите пиньяту в руках и постарайтесь как можно точнее определить центр. Отсюда я и начинаю обклеивать пиньяту. Как только сделаете 3-4 слоя, покрутите снова пиньяту в руках и проверьте, ровно ли вы определили центр. Если все хорошо, продолжайте обклеивать. Если немножко скостили, то сейчас это можно незаметно исправить, наклеив следующий ряд с поправкой на этот скос. Все, дальше обклеиваем пиньяту бумагой до самого верха, так как это показано на видео.
Окошко я обклеиваю и внутри, и снаружи. Теперь нужно вставить веревку. Завязываю концы веревки между собой на несколько узлов. Также продеваю ленточку в отверстие в крышке. И завершающий этап – клею наклейки. Вот такая красивая пиньята получилась. Обязательно подписывайтесь на канал. В следующем видео я покажу, как легко и просто сделать розочки из бумаги. Всем пока!